Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника «Коровиной», раздел «Из русской литературы 19 века» Александр Сергеевич Пушкин, «Песнь о вещем Олеге», рубрика «Обогащаем свою речь». Первый вопрос. Подумайте, с какой целью в балладе используются устаревшие слова – и как можно объяснить появление несоответствующих седой старине слов? Давайте с вами ответим на этот вопрос. Устаревшие слова в балладе используются для создания общего впечатления об эпохе, описываемой в произведении. Появление слов, которые не соответствуют описанной старине, можно объяснить тем, что Пушкин старался сделать свое произведение более простым и понятным для читателя своего времени. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!